Привет, друзья! В игре стартовал очередной ивент, в котором можно получить несколько драконов. Это дракон-снеговик, дракон-ангелочек и еще дракон-подарок. Для этого нужно собирать еду, выполнять задания и сражаться в боях, после чего проходить задания на карте ивента и открывать сундуки с ключами или находить карты для сбора колоды снеговика. Давайте попробуем найти этого дракона снеговик в коллекции карт. Вот он тут где-то был. Так, вот у него атака ветра, водяная атака и атака света. Эпический дракон снеговик. И, собственно, давайте посмотрим, как это выглядит. Первый уровень я прошел без записи, но он простой. Для этого вам немного понадобится подарков, чтобы его открыть. Вот. Ну, давайте покажу, что там было на этом уровне. Он небольшой, там всего лишь два сундучка. Вот. И проходится легко. Вот. Дальше уровни будут сложнее, и вам нужно будет собирать больше подарков, чтобы открыть все сундуки и пройти каждый уровень. Ну, впереди еще почти неделя, и я думаю, что если постараться, то каждый сможет собрать себе нужного дракона и пройти все уровни. Ну, давайте посмотрим теперь, как я проходил. Собственно, несколько этапов. Два дня собирал подарки и прошел второй и часть третьего уровня и перешел на четвертый. И в этом видео, собственно, вы увидите дальше, как это происходило. Вот. Один сундук без боя достался. И теперь пойдем возьмем сундук с боем. Ну, вот, собственно, бой. Здесь существует ограничение. Можно использовать только драконов с определенными стихиями. Воздух, земля и вода. И, соответственно, у меня туда попал в бой не самый сильный мой дракон, но хорошо, что был такой дракон, который мог противостоять. Я его потренировал, чтобы получить больше урона. И, собственно, взял натренированного дракона, и это помогло мне выиграть бой. Саму тренировку не показал, только показал результат. Другие драконы мне не подходили, все были меньшего уровня. И самый большой мой дракон осень, он не попадает в этот бой. Вот у меня остался один дракон, и я кое-как выиграл этот бой и прошел, собственно, этот уровень с боями. Вот, победа. И в сундуке мне достался ключ от следующего, третьего уровня. И приз за прохождение второго уровня — 25 алмазов. А теперь пройдем в третий уровень. В результате можно получить подарок эпический. Дракон-подарок. Подарок в подарок. Вот. Ну, давайте пытаться. Так как у меня подарков мало, то я проходил это в несколько этапов. Чуть-чуть набрал подарков, зашел. Набрал, конечно, зашел. Собственно, будут небольшие паузы для того, чтобы пройти. Ну, соответственно, наша цель — пройти коротким путем, используя бой, чтобы не тратить
подарки для прохождения других веток, для того, чтобы подойти к другим сундукам и их открыть. Поэтому будем пытаться пройти через бой. Ну вот у меня кончились опять подарки, предлагаю их купить. Но мы не будем этого делать, мы просто соберем очередную порцию подарков и дальше будем участвовать. Ну вот, накопил очередную порцию подарков. И бой здесь, соответственно, мой дракон осень самый сильный попадает, и рысь тоже попадает в бой, и, собственно, уже легче пройти эти два уровня, чтобы открыть сундучок. Мне нравится то, что у дракона осень действует отрава, и получается заражение от трех других драконов. Очень большой эффект дает заражение, ну почти половину там жизни может отнять, если дракон примерно вашего уровня. Вот за это я люблю осень, так как у меня самая сильная атака зелени. Добиваем. Этот уровень у нас пройден. И следующий бой. Опять те же самые земля, вода, зелень. И мои драконы попадают сильные в бой. И это легко для меня. Надеюсь, в следующих уровнях будет что-нибудь такое же легкое. Не хотелось бы тратить кучу еды на то, чтобы вкачать не основных драконов, как это делал для прохождения Олимпийских игр и получения дракона факел. Там мне пришлось накормить несколько драконов с металлом, чтобы пройти какие-то уровни. Ну, вот это я получил дракон факел. Теперь у меня есть легендарный дракон факел. А здесь тоже нужно постараться, и будет дракон ангелок. Вот очередная победа. Дальше я проходил несколько клеток по чуть-чуть, дособирал там буквально подарки по несколько штук и возвращался и записывал, и поэтому такими небольшими рывками подарки появляются из ниоткуда, и потом я открываю. Вот еще одна карта. Снеговика получено. Ура! И вот на следующий день, то есть сегодня, я накопил за день 5000 подарков. Удачный день. У меня это получилось. Это три раза собирал подарки. И, собственно, нет, или четыре, наверное, даже. Да, наверное, четыре раза собирал подарки. Или три, ну неважно. Вот очередной бой, и здесь осень не попадает опять. Опять дракон земли, стихием земли, воды и зелени. И я могу сэкономить несколько сотен подарков для того, чтобы пойти к сундуку и сделать это короткой дорогой через бой. Вот они все лопаются, все драконы. От зелени, от заражения. Победа. И следующий. Опять дракон осень и рысь попадают в бой. И мы тоже его выиграем. Полезно брать в бой трех драконов в любом случае, потому что бывает, что компьютерный интеллект отвлекается на слабого дракона, и вам остается больше шансов выиграть бой,
так как он может и промахнуться, и может использовать какую-то немассовую атаку. Вот, ура, ключ. Я сразу нашел ключ и получил в подарок дракон подарок. Ура! И можно идти на четвертый уровень. На третьем осталось неоткрытых два сундука. Потом вернемся позже к ним. Так как главная цель — пройти все 6 уровней, чтобы получить дракон-ангелок. А дальше можно будет пытаться вернуться и получить карты для открытия снеговика. Карта большая здесь. Четвертый уровень. Мне быстро закончатся сейчас такими темпами мои подарки, и придется завтра опять целый день собирать их, чтобы открыть очередную порцию сундуков. Так, посмотрим, что здесь бой. Обязательно бой. Ну, зелень попала. Зелень. Зелень — это хорошо для меня. Пока есть зелень или пустота, мне будет легко проходить такие уровни. Ну вот, эти два дракона погибли, но при этом у меня очень высокие шансы выиграть, так как эти два дракона заражены уже, и сейчас я их добью просто. Смешной пряничный дракон, хотелось бы иметь такого в коллекции. Так, победа, сундук открываем. Нет, не ключ, но по карта со снеговиком. Так, осталось чуть-чуть подарков. Попробуем куда-нибудь зайти. Ну, сейчас они не закончатся. Вот. Ну что ж, будем пытаться завтра продвинуться дальше. На сегодня это у меня все. Давайте посмотрим, что тут можно увидеть. Смотрите, какие можно срезать путь. Ладно, собираем подарки, готовимся к завтрашнему дню. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, вступайте в группу в Фейсбуке и ВКонтакте. На этом все. Пока-пока.